Нам сюда, а машина дальше не едет. Потому что муж пилу не купил. Но нам вот буквально здесь за эти деревья, на горочку, на поляну на нашу. И пилить-то мы не будем. Собирался он покупать пилу. Но пила тоже стоит 10 тысяч. Нормальная пила. Вот такой пилы у него нету. И ладно. Это вот был шторм. Мы сейчас пройдем. Здесь совсем близко. Наши грибы должны расти. Здесь никто не гуляет, сейчас не проедут. Эх, жаль. И нам придется повернуть потом обратно, потому что впереди очень грязная дорога, если вперед ехать, куда я хочу. Жаль, полезу под этим деревом. Только что я снимала, никаких мы не нашли, ни одного сморчка. То есть строчки ни одной, там строчки растут, а сморчки там крайне редко. Ну вот мы приехали в другой лес, сегодня дождь идет, поэтому здесь народу нет. Но грибы здесь всегда раньше бывали, мы их уже два раза здесь собирали. Сейчас посмотрим. Жалко, вы не выстояли. Сами не выстояли и другие деревья поломали. Вот. Вот такой завал здесь у нас, боже ж ты мой. Вот это да, вот бедствие какое стихийное. Эх. А хорошие были деревья, живые, ровные. Ну, что поделать. Деревья, которые вначале я снимала с другой стороны. Просто я их снимаю. Их потом распилят и утащат куда-нибудь на костры себе. Ну, ты корзинку взял? Нет, у меня корзинки нету, я пакет взял. Да ну тебя. Разве можешь такие грибы пакеты собирать? А, я к тебе положу потом. Ну, ладно, давай, вперед. Из песни. Печально. Эти грибы еще заключаются в том, что если они долго растут, они долго-долго растут, не гниют, не пропадают. И они, чем старше, тем больше накапливают в себе яда. Но эти грибы молодые, потому что мы здесь были недавно, они не застарелые, просто крупный уже вырос. Дождь прошел, он подрос. Ну, его уже улиточка поесть успела. Мы здесь были недавно, немножко нашли. Здесь тогда деревья не упали, народу было много, все гуляли, бегали здесь. Жили костры, отрывались по полной. Вот, красиво. Ну, тут люди шашлыки делают. И вот здесь это дерево с пнем большое такое рухнуло. Вот это дерево. Рухнуло. Оно всегда здесь стояло с пенечком. Угу. Очень печально. И вот там вот повалились деревья, здесь тоже рухнули. Не уверена, что если мы поедем дальше по дороге, где-нибудь нам преграды не будет. Вот это да, ну попали мы. Круто мы попали. Вот это дерево с муравейника рухнуло тоже. Вот это да. Небольшой. Ну вот они в укромном месте, здесь их никто не нашел. Наверное, люди ходили здесь. Вот он с другой стороны. Я уже на коленочке стою. Совсем вот так вот. Вот. Ну, хорош, красивый. Люблю снимать крупным планом, чтобы все видно было красиво. Ну, хороши. Но мы отсюда уходим. Много побегали, а на одной полянке сразу нашли много. Смотри, какой. Ого. Ну так, ничего себе. Это то, которое здесь было всегда здесь. Деревцы хорошие. А здесь мрак, погибель. Вот это все-таки уцелело, бедное дерево. Его и жгли, и рубили, и долбали. Вот, оно стоит. Макушки валяются отдельно. Шишечки такие зелененькие. Надо веточку домой одну взять себе красиво. Вот. Ели. Жаль деревья. Как люди испугались, которые в этот момент были в лесу. А народ здесь бывает. Он всегда бывает в этом лесу. Представляю, как они были здесь испуганы. Кошмар. Кошмар такой. Лесоповал. Пойдет?
А я всегда хожу, перелезаю через что-нибудь. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Один гриб только и нашла. Ну и то приятно. Потому что тут такая чертовщина. Некуда даже пойти. А вот дерево стоит. Аж сверкает. Все. И стоит. И рядом дерево стоит. Сверкает. Как в парче в золотой одежке. И что? Хорошие повалились, а плохие стоят себе. Вот так вот. Нечего, немножко пробежали кругами по своим местам. Грибов нет. Может быть, собрали, здесь люди собирают, бывает. Вот, а мы пока уходим отсюда. И, может быть, больше никуда и не попадаем, ни в какой лес. Потому что дороги перекрыты поваленными деревьями. И все. Что поделать? На этом я заканчиваю свою историю. Всем пока-пока и до встречи. Тут такая чертовщина, некуда даже пойти. А вот дерево стоит, аж сверкает. Все, и стоит. И рядом дерево стоит, сверкает. Как в парче в золотой одежке. И что? Хорошие повалились, а плохие стоят себе. Вот так вот. Нечего, немножко пробежали кругами по своим местам. Грибов нет. Может быть, собрали, здесь люди их собирают, бывает. Вот, а мы пока уходим отсюда. И, может быть, больше никуда и не попадаем, ни в какой лес. Потому что дороги перекрыты поваленными деревьями. И все. Что поделать? На этом я заканчиваю свою историю. Всем пока-пока и до встречи.